Привет всем! Ребят, наш сегодняшний фестиваль «Пикник Хаус», он рассчитан на творческих людей. Здесь люди, аматоры, люди-любители, которые, ну, они не видели больших сцен, софитов. Поэтому давайте сейчас, сегодня здесь мы будем им сценой. Давайте? Давай. Давайте поприветствуем их и поддержим. Замечательно. Начнем наш сегодняшний вечер. Для начала мы начнем с результатов квеста. Всего участвовало 7 команд, сразу говорю. И места распределились следующим образом. Пятое место разделили между собой две команды. Это супер девчонки и морские жемчужины. Поаплодируем, пожалуйста. Четвертое место разделили между собой команда «Бесята» и «Улыбайся». Третье место, уже призовое, заняли команда «Мадонны». Второе место, с небольшим отрывом от первого, в одну минуту, заняла команда «Большие дети сегодня маленькие». И победители, поприветствуем наших победителей, команда «Принцессы». Девчонки, призы вас ждут, но уже после концерта, ну или по ходу. Аня, передаю тебе слово назад, где ты? Ребят, для начала давайте поприветствуем наших поэтов. Начнем с этого. Вашему вниманию Артур Стоба. Пожалуйста, поприветствуем. Все, что у нас происходит на протяжении вот, ну, я взял последний год и послушайте. Вот уже год, как красный луч, конкретно так преобразился. Он не боится темных туч, он ждет их, чтоб скорее умыться. Когда мы слышим, гром гремит, сверкая молнией упрямо, ВКонтакте спросят, кто бомбит? Это точно гром, не грады? И снова в обществах в сети, обахнуло, тут что такое? Это просто грузовик пробил колесико большое. Машины вежливее теперь нас на дорогах пропускают. Нет, мы не стали им важней, просто ямы объезжают. То Киевстар, то МТС, то Лайв вдруг снова появился. По 5 сим-карт у всех, прогресс. Ну как теперь тут не напиться? А это, друг мой, свадьбы, свадьбы. Или может грузовик с водой, их увидеть нам тоже приятно. Вы скажете, о боже мой, да что ж за ужас здесь творится? Ответ на сей вопрос простой. Не ужас. Есть нам чем гордиться. Здесь родина, и здесь семья. Друзья, любовь, собачка, кошка. Весной зеленая луга, зимой льда сплошная крошка. Вы скажете, ведь так везде? Нет, не везде. Другие люди. На помощь, что придут в беде, родных и близких не забудут. Здесь очень творческий народ. И если нам расправить парус, достигнем мы таких высот, как и сегодня. Пикник Хаус.